На смену старым качелям и каруселям приходят современные большие игровые комплексы с мягким покрытием, безопасными малыми архитектурными формами и, конечно, интересной тематикой. Новые, яркие, красивые, многофункциональные игровые комплексы появляются в Одинцовских дворах. Преимущество одного из них уже оценили дети и их родители. Хорошая площадка, новенькая, все хорошо, мягенько. Детки довольны, потому что у нас был тут бардак до этого. Конечно, очень нужно, очень нужно. Потому что старая, давнишняя была уже здесь. Как известно, игры на свежем воздухе благоприятно влияют на здоровье детей, повышают аппетит и улучшают сон. Интересная прогулка способна отвлечь внимание подрастающего поколения от гаджетов. Прототип космического корабля «Буран» уже полюбился детворе. Именно космическая тематика, потому что мы везде первые. Мы первые в космосе, мы молодцы, это лишний раз нам напоминает что-то об этом. Мне понравилось, очень прикольно, круто лазить по «Бурану», с друзьями играть. Еще на карусели кататься мне нравится. Задорный детский смех на игровой площадке – это прекрасно, говорят мамы и папы. Но главное – безопасность и комфорт. Безопасность – самое главное, так как здесь покрытие есть, это прекрасно. И, конечно же, развлечение для ребенка, чтобы было достаточно на любой возраст. Есть и горки, и качели, и классики они уже прыгают, и весы, много развлечений. А так вообще мы здесь часто гуляем на соседних площадках. Теперь плюс одна площадка – великолепно. Детям есть где разгуляться. По традиции, торжественное открытие игровой площадки посетил Андрей Иванов. Глава округа поздравил жителей с этим событием и отметил их активную гражданскую позицию. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. Мы действительно сегодня открываем новую детскую площадку «Городок», которую построили по программе губернатора Андреевича Воробьева. И благодаря такой активной позиции всех, кто здесь проживает и голосовал на портале «Добродел». Уверен, что детям здесь понравится, будет интересно играть, проводить свое свободное время. Уверен, что здесь будут только позитивные эмоции, радостные знакомства, события в жизни каждого нашего ребенка. Я вас всех поздравляю с этим событием. Новая детская площадка теперь будет радовать детей и в Новоивановском. По такому случаю здесь организовали настоящий праздник двора с концертной программой. Восторженные ребятишки с удовольствием принимали участие в конкурсах, викторинах, танцевальных флешмобах и лакомились мороженым. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».